Ребятки, с вами Танька. И мы будем сегодня играть в игру растения против зомби. Да. Это видео будет очень коротким, просто я сказала, что будем в это играть. Я с вами поздоровалась, сейчас будем прощаться. И до свидания, ребятки. С вами была Танька. Шучу, этого не будет. И я забыла сказать, точнее, не Танька, а Таня ЛТВ. Б. Муркс. Вы могли снизу написать, что... Прочитать, там написано было что-то про Мурку. Я здесь просто названа Мурк. Ребята, лёль. Мне не хватит памяти. Лёль, ребята. Давайте я не начну наступать, я вам это покажу. Ребятусики, они уже здесь. Ну что, сожрал? Лёль. Блин, ребят, знаете, вот такие слова, которые такие милашные. Мне так нравится их называть. Например, слово лёль. Знаете, есть такой клёвый канал Rainbow Vika. Да, это реклама. Только я его рекламирую по своей воле, потому что я обожаю его смотреть. Если я такая грустная, так я смотрю, буквально ржу при любом настроении. Ещё канал не помню, как называется. Прикиньте, да, я люблю канал, который не помню, как называется. Там есть персонаж, девка из пони делает красивых пони. Я сделал такого персонажа, пацана, писярча. Он такой милашный, пипец. Я думала, чего его все не любят, пипец, он такой милашка. Кто знает, ставь лайк. А еще, пожалуйста, подписывайся на мой канал. Ведь это легко, просто нажми на кнопочку. А мне безумно приятно. Короче, ребятки, я доиграю без вас. Если вам интересно, что будет дальше, выиграю ли я у зомби, то ставь лайк, подписывайся на мой канал и не пропускай новых видео. И обязательно тыкай на колокольчик. И пока-пока! Я вас всех люблю. Бай-бай-бай-бай. Ребята, вы правда купили? Хотя я даже не шутила. Короче, я сейчас, скорее всего, нет. Короче, если вы хотите правда увидеть продолжение, то подписывайтесь на мой канал. И всем пока!